Американо-украинский патриотизм. Из Калифорнии с одесскими корнями вернулась в родной город, чтобы помочь больным детям. 19-летняя Ольга самостоятельно собрала средства, купила подарки и устроила кулинарный мастер-класс в детской областной больнице. В этом ей помогли местные волонтеры. Как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. Ольге едва исполнилось 19. Половину своей жизни она провела в Сан-Франциско. Переехала туда вместе с семьей почти 10 лет назад. Яркую внешность девушки заметили местные фотографы. И вскоре Оля стала работать профессиональной моделью. А в 2017 году получила звание «Мисс Русскоговорящая Калифорния». Новый статус натолкнул девушку на благотворительность. Деньги начали собирать в социальных сетях. Эти деньги, которые я собираю на сегодня, это я сама собирала. Потому что из-за конкурса я смогла получить, connections, связи, получить связи с другими, в Америке. Всего за несколько дней удалось собрать немалую сумму. Часть денег Ольга решила отдать онкобольным деткам в родной Одессе. Я отсюда, я здесь родилась. Для меня Одесса всегда, часть есть в сердце. Я сюда приехала семью увидеть, очень долго не видела. И решила, что хотела что-то хорошее отдать. Первый транш – 10 тысяч гривен – одесские волонтеры посоветовали потратить на овощи и фрукты для больных деток. Хватило и на подарки для каждого пациента отделения онкогематологии детской областной больницы. Мы привезли продукты, много фруктов, овощей, мы будем готовить сегодня с детками. И так как детки больные, я думаю, что все-таки в чем они нуждаются – это в лекарствах. Каждый день эти детки проходят различные мастер-классы. Это помогает им забыть о болезни и ежедневных капельницах. Больше всего любят готовить. Повара всегда подготавливают интересные программы, блюда, покупают продукты и с детками готовят блюда. Детям это интересно, прежде всего это для их, отвлечение от капельниц. На столе десятки килограммов фруктов и овощей. Их нарезают на мелкие части и делают съедобную аппликацию. Я хочу сделать собаку. Из банана? Клубники, ягоды. Вскоре Ольга вернется в Америку, но верит, что Одессу посетит еще не один раз и уже со своей благотворительной организацией. Анна Грынев, Константин Должневский, 7 канал.